Ученик 11 класса Каспийского лицея номер 13 имени Расула Гамзатова Ахмед Гусейнов стал обладателем первого почетного места на республиканском уровне 29-й научной конференции молодых исследователей «Шаг в будущее». Впервые юноша заявил о себе в прошлом году, продемонстрировав проект о влиянии электрического тока на рост растений. Но тогда ему немного не удалось достичь победы. В прошлом году я выступал, это было как бы мое первое масштабное выступление, и я чуть волновался, делал некоторые ошибки, а уже во второй раз я анализировал свои прошлые ошибки и сделал выводы, и теперь со второго раза уже увереннее выступил и получил свое первое место, к чему так долго шел. В этом году в Махачкале Ахмед презентовал проект беспилотного летательного аппарата, так как он считает, что эта тема на сегодняшний день очень актуальна. Такое устройство хорошо зарекомендовало себя в различных сферах – от сельскохозяйственной до военной. По словам молодого человека, тяга к конструированию у него наблюдалась уже с детства. У меня папа тоже занимался конструированием. Это как-то генетически передалось мне, как-то с ранних детств я тоже там что-то мастерил, что-то делал, и вот дошел до таких масштабов. А так, ну, мне помогал во всем мой папа, который является доцентом кафедры, и вот так собрал свой первый беспилотный летательный аппарат. Победа Ахмеда Гусейнова в престижном конкурсе «Шаг в будущее» стала возможна также благодаря и детскому технопарку «Кванториум», расположенного на базе учебного заведения. Здесь созданы все условия для развития научного и технического потенциала школьников Каспийска. В «Кванториуме» есть современное оборудование и опытные высококвалифицированные специалисты, которые помогли Ахмеду достичь успеха. Пользуясь случаем, хочу пригласить всех школьников нашего города в «Кванториум», где они могут заниматься в 6 направлениях – физика, химия, биология, электротехника, робототехника и хай-тек. В следующем году мы планируем открыть новые направления, где дети смогут изучать и разрабатывать беспилотные летательные аппараты. Ахмед Гусейнов планирует не останавливаться и дальше двигаться по инженерному направлению. В будущем он хочет связать свою жизнь с профессией данной области. Хочу связать свою жизнь с инженерной профессией, так как мне нравится что-то конструировать, что-то создавать свое. Либо инженер авиатехники, либо медицинской техники. У нас в Дагестане их хороших техников очень мало. Они очень востребованы, так как у нас очень много оборудования, и за ними нужен уход. Сейчас юный изобретатель готовится к ЕГЭ, а также предстоящей защите и презентации своего проекта на всероссийском уровне.